Приветствуем всех. И мы здесь, потому что искали место, где можно было бросить записку. Правда, мы ее уже бросили. Но по той простой причине... Так, вот здесь что? Тут вот парень над тем местом. Мы его трогать не будем, да и в принципе сейчас просто быстро пробежимся. По сути, до того места добраться можно только вот по мачтам. Вот. В принципе, допрыгнуть можно достаточно легко, ну, за счет того, что у нас есть двойной прыжок. И вот здесь, если вот наверх подняться, можно было бросить. Точнее, не просто можно было. Наша дозорная сама скинула, поэтому вот получилось, что за кадром. Но плюс мы тут еще, когда бегали, нашли одно место, которое проморгали. Другое дело, что мы не помним, где это место. Сейчас будем искать. А, нашли. Ну, значит, надо будет просто сейчас быстро пробежаться дальше. Или обратно. Не знаю, куда ближе. Да, наверное, обратно будет все же поближе. Рука славы. Прежде чем исчезнуть навсегда, знаменитый вор отрезал себе руку в знак того, что уходит, отходит от дел. Используйте этот артефакт, чтобы украсть врага монеты или предметы. Угу. Ну, тоже неплохо. Если я правильно помню, нам даже бежать, наверное, не придется. Да. По-моему, здесь. Блин. И нам, если я не ошибаюсь, как раз таки только сюда. Других обходных путей не было. Ау. Здесь не пройдем. Однако. Это что за? Вау! Однако.
Вот и думаю, куда лучше направиться. Для ловкого бойца какая-то уж слишком прочная мишень. Мы кого-то там поймали. Хм. Надеялся, что картину какую-нибудь найдем. Ну ладно. Не все ж картину находить. Ай-яй-яй, это отвратительно получилось. Так, хорошо, это обошли. Но значит ли это, что нам как раз таки наоборот сюда и надо? Стоп, что? Вау! Жесть. Вот это действительно опасная крыса. Мне, конечно, рука и не просто универсальное оружие. Ладно. Да ты издеваешься. Да. Нет, серьезно, они слишком резко стартуют. Thank you.
Ага, понятно. Там колобок. Серьезно, а как без руки с ним сражаться? Да ё-моё! Серьезно, мы даже с использованием артефактов кое-как с этой фиговиной справляемся. А ведь предполагается, что мы должны и так с ней разделываться только в путь. Ну ладно, может не только в путь, но гораздо эффективнее. А, это мы здесь спустились. Или здесь? Нет, здесь нас не было вообще. Хотя, наверное, шипы. Правда, я не верю, что они колобка замедлят. Охренели? Не, серьезно, это что за... Вау. Конечно, на укладине мечом немножко усовершенствовали. Но если это так действительно работает, то, блин. Однако. Ё-моё, да ты что, издеваешься? Нет, вот серьезно, просто в описании, когда ты усовершенствуешь, там не говорится, что у тебя появится вот именно вот эта атака. Там говорится, что надо сделать какое-то особое действие, и в момент этого действия, в течение какой-то доли секунды, у тебя будет возможность совершить третье действие, которое будет спецдействием, которое даст тебе эффект. Ah!
Да я даже крысу не можем ударить. Я из этих гадов, из-за того, что пришлось сейчас бегать, ни хрена не помню, где мы были, куда ходили, что находили. Не, частично это связано с тем, что я тут возмущался и отвлек сам себя объяснениями. Но, тем не менее, какого хрена, зачем так делать? Да ё-моё. Ну просто мы шли снизу. Вероятно, вот это снизу. Еще ниже низа, на котором мы были. Конечно. Но вот этот вот откровенно мерзейший подход, когда тебе вот, то есть не персонаж, а тебе банально не видно, что там враг. Ну ладно. Я не знаю, как это сработало, но это сработало. И у меня уже складывается впечатление, что разработчики просто свято уверены, что мы должны были обязательно найти эту руку. Да что там такое, а? Просто даже если мы спрыгнем, мы просто там застрянем в этой фиговине. Сколько их там? Наконец. Так, ну раз они тут бегут, наверное, сюда лучше пока не лезть.
Главное не забыть. А больше некуда, да? Да, мы здесь были вроде бы. Так, переговорим с собой. Понятно. Восхитительно. Чем мы ничего этого не сделаем? Опс, а протез забыл опять. Thank you.
что вы получили, что холодное. Да. Вот я знаю, если бы мне не пришло в голову вот это вот непонятное описание ей выдать в навыках владения мечом. Сколько мы здесь возились. Так. Холодная Карина. Используй ее возле ритуального каменного монумента в катакомбу, чтобы перенестись в неизвестное пространство. А, значит, не трогаем это. Просто не трогаем. Главное, потом не забудь сюда вернуться. Гигантский мышонок. Так, ладно. Ну, что еще сказать. Видимо, здесь закончили. Так что на этом пока что все.